выберите страну на карте мира. Сегодня мы полетим в Голливуд. Отличный выбор. Теперь оплатите билеты. Мы заплатим наличными. Хорошо. Оплатите всю сумму наличными. Кладите монеты и купюры в лоток. Вот ваши билеты. Хорошего полета. Положи 3 любые сумки на транспортерную. 1, 2, 3. Эгей! Положи 4 синие сумки на транспортер. 1, 2, 3, 4. Ура! Положи 2 желтые сумки на транспортерную ленту. 1, 2. Эгей! Приготовьтесь пройти таможенный контроль. Здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Этот багаж мне кажется подозрительным. Покажите, что там у вас. Разложим все вещи на столе. Покажем дяде офицеру, что у нас все в порядке. Ожерелье. Кораблик. Платье. Панамка. Будильник. Газета. Телефон. Шляпа. Шляпа. Очки. Капитан Морган. Капитан Морган. Что это такое? Капитан Морган. Ему нельзя лететь с вами. Ой, как жаль. А можно он поживет у вас? У меня? Когда мы вернемся, обязательно заберем его. Хочешь немного пожить у дяди офицера? Видите, дядя офицер, вы очень понравились нашему питомцу. Ну, хорошо, пусть поживет. Тогда все в порядке. Здесь все в порядке. Таможенный контроль пройден. Приятного путешествия. Спасибо, дядя офицер. Добрый день. Пройдите паспортный контроль по очереди. Все в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт. Все в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт. Все в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт. Все в порядке. Проходите. Если тебе понравилось со мной играть, пожалуйста, поставь мне 5 звездочек.
Добрый день. Какую страну желаете посетить? Сегодня мы полетим на Кипр. Отличный выбор. Теперь оплатите билеты. Мы заплатим наличными. Хорошо. Оплатите всю сумму наличными. Кладите монеты и купюры в лоток. Вот ваши билеты. Хорошего полета. Положи три синие сумки на транспортерную ленту. Один, два, три. Эги! Положи три зеленые сумки на транспорт. Один, два, три. Положи четыре любые сумки на транспорт. Один, два, три, четыре. Эги! Приготовьтесь пройти таможенный контроль. Здесь все в порядке. Этот багаж мне кажется подозрительным. Покажите, что там у вас? Разложим все вещи на столе. Покажем дяде офицеру, что у нас все в порядке. Платье, паспорта, мячик, блокнот, кораблик, туфли, машинка, шляпа, фотоаппарат. Пиратский пистолет. Что это? Пистолет? Дядя офицер, наш джип пират. А у каждого пирата должен быть пистолет. У нас тут настоящий пират. Почти настоящий. Джип всего 3 года, и он очень любит истории про пиратов. А пистолет у него игрушечный. Тогда все в порядке. Этот багаж мне кажется подозрительным. Покажите, что там у вас? Разложим все вещи на столе. Покажем дяде офицеру, что у нас все в порядке. Шляпа. Фломастеры. Паспорта. Ноутбук. Туфли. Надувной круг. Шорты. Машинка. Лопатка. Капитан Морган. Что это такое? Это капитан Морган. Ему нельзя лететь с вами. Ой, как жаль. А можно он поживет у вас? У меня? Когда мы вернемся, обязательно заберем его. Хочешь немного пожить у дяди офицера? Видите, дядя офицер, вы очень понравились нашему питомцу. Ну, хорошо, пусть поживет. Тогда все в порядке. Здесь все в порядке. Таможенный контроль пройден. Приятного путешествия. Спасибо, дядя офицер. Добрый день. Пройдите паспортный контроль по очереди. Все в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт.
в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт. Все в порядке. Проходите. Предъявите ваш паспорт. Все в порядке. Проходите. Если тебе понравилось со мной играть, пожалуйста, поставь мне 5 звездочек.